Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис. О, взять опять не удалось. Опять, суки, вот эти вот, другим словом их не назову, мешаются специально. Вот. Как мне повезло, что я выиграл первую гонку, я не знаю, это, провалившись на 8-е место. Ну, здесь просто, блин. И сейчас чувака на выходе выхожу, он таранится. Ну что за... Ну, вот, надо быть таким вот слабоумным. Да. Просто жесть. Да. 56,2. Плохо. Какими-то, блядь, цешниками. Это вообще, что такое-то? Сейчас то лебесть. Главное, чтобы на старте не вышибли. Блядь, это невозможно. Это его раздражает. Я мог, я в прошлой квалификации проехал быстрее вот этого времени, вот этого испанского. Сейчас опять представление стартовой решетки, полторачасовое. На второй попытке я же шел с опережением. Надо было мне рискнуть уже. Улетело в траву. О, что там? Испанская рожа. На поле. Что-то надо с ним делать. Жуткий, значит, на Peugeot он. 5,3. Мы можем лучше. Мы показали. 55,2. 56,2. Далековато. На третьем месте Сальваторе. Секунду уже, видите. Там. Слова какой-то. Я... Что же секунду проигрывает? На пятом месте испанец. Ортук, смотрите, 1,7. Мирко, ваншот. Ох ты, ваншот из Италии. Да, на седьмом месте итальянец уже, 1,7. Вообще где-то в заднице. На восьмом месте британец, 2,3 проигрывает. На девятом месте португалец, 2,7. Что-то газуется, кажется, ему как-то, я не знаю, Рено. Португалец на Рено у нас проигрывает 2,7. Почти 8. Пепе. Французик 3 проигрывает. На Мерседесе Бачарда, блядь, это итальянец какой-то. Очень нафига. На Лексусе 5 секунд. 5 секунд. Значит, итальянец 14-м 6 секунд проигрывает с лишним. На 15 месте француз 6,2 практически. На 16 месте у нас француз 9 секунд. Как это? 17-м. 18-м месте француз проигрывает вообще без времени. Это на меня на мысль. Не будет ли он прорываться с конца? Ну, у нас второй ряд стартового поля. Вот, в смысле, первый ряд стартового поля. Попробуем на этот раз стартовать с... Thank you.
Неужели все удачно прошло? Испанцы надо держаться. Держимся за испанцем. 0,8 секунды. Секунде мы от него удержимся. Так я и знал, все остальные далеко отстают. Это интересно. Семь десятых. Что ж ты делаешь, ты дурак, ты тупорылый, блядь, Боря, ёб твою мать, а? Сам лошара, блядь, а. Такие моменты просто хочется, блядь, вообще. Thank you.
Вообще. Просто кошмар, блядь, это я... Сейчас сам еще и виноват, еще 2 секунды штрафа. Идиот, имбецил, блядь, я.
Yeah.
отвратительно. Так, на четвертый нос надо скачать. Гоним. Три. Я сам не спортился. Блин. Четвертое место. Ну и так. А, ну он. Сейчас будет на мягкой резине. Секунд. Какие секунды я буду в Голландии? Штраф. Обидно второе место. Это, конечно, было... Было бы, конечно, огонь.
4 секунды. Два круга. Давай, азартно. 3 секунды этот еще позади, блядь. И этот впереди 3 секунды. Полторы секунды. Несем ли мы свою безудержную атаку? Восемь десятых. Все, пустили мы его. Чтобы это отстоять место. Ой-ой-ой-ой. Сейчас прострём подиум. Он же сейчас пойдет в безудержную атаку. Ух. Ну, до третьего добрались. Фу, блядь. Сам лоханул, сам виноват вначале. Я мог бы выиграть эту гонку. Хреново.
думал, бельгийцы догоним. Не получилось. Переатаковал. Резина уже ушла. А тот на мягких ехал. Третий. 10 очков. Лучший круг. Давайте, ну хоть еще одну-то выиграть. Что там дальше-то будет, как у нас, а? Спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.